Очень, очень хочу заказать вам песню. Андрюша, это да такой сюрприз. Да, огромное вам спасибо. Прилично, заведи, пожалуйста. Песню заказать. Спасибо большое, спасибо. Слушай, что тебя не устраивает? Мы сидим, культурно отдыхают. Почему я должна ощущать какой-то дискомфорт? Ну потому что дискомфорт идет от тебя. Что? Мы не мальчики. Он не такой. Он из хорошей семьи. Ладно я, а он воспитанный. Я вижу, что... У него в Северодвинске, между прочим, есть Катя. Ах, есть Катя? Да. И ты даже не думаешь, что он в этот момент может носить ее ребенка. А ты поматросишь и бросишь. А он потом будет мне, почему так вышло? Почему она мне не звонит? Вот так. Мариночка, да, это да, я. Да, Андрюша, да, спасибо такой. Большое. Да нормально. Нормально. Да, нормально. Да. Вот такой парень. Ребят, извините, пожалуйста, я на секундочку, мне подруга звонит. Ну, пожалуйста. Да я люблю скоро, да? Ага. Только ты ушел, я отвечаю. Она сразу на такого лысого официанта оп глазами зацепила, и слюни у нее потекли. А знаешь почему? Я от тебя надо только одно. Что? Она тебя хочет? Хочешь, решай. Решай. И сегодня у тебя будет Марина, потом Оля, Катя, Света, Зина, Снежана. А через две недели ты приедешь в Северодвинск? И мужики тебя в порту спросят, как отдохнул, Андрюха? А рассказать-то нечего. Она не Марина вовсе. Да Марина, сказал, я клянусь тебе. Я клянусь тебе, что явно она какая-нибудь Рузанна. Единственное, о чем она жалеет сейчас, это то, что мы с тобой не близняшки. А с чего ты взял, что она на тебя-то глазки не жила? Ты слепой? Ты реально слепой? Конечно, положила. Поэтому и подруге звонит. И вот сейчас посмотришь, это сети. Сейчас приедет подруга, ладно бы приехала к нам, страшно. Да ты нормально, все будет, нормально. Вот сейчас приедет подруга, просто атас. И ты спроси ее, а где вы работаете? И я не удивлюсь, если она работает в библиотеке. Да быть там не может. Вот мы сейчас увидим. Ребят, это моя подруга. Наденька, да, это...